Из зоны СВО мы ждем известий. Надеемся, конечно, на ребят. Они на ленточке, они в опасном месте. За веру и за родину стоят. Не за оплату и не за медали. На передке рискуя каждый день, где многие геройски жизнь отдали, из смертного полка пройдя ступень, где многие геройски жизнь отдали, из смертного полка пройдя ступень. Когда стихи, музыка и любовь к родной стране соединяются вместе, рождается песня. 35 лет своей жизни Виктор Щегорский отдал детям и школе. Учителю истории Забайкальской краевой гимназии-интерната всегда не хватало времени. Уроки, внеклассная работа, даже в концертах он всегда выступал вместе со своими учениками. С выходом на пенсию Виктор решил, наконец, заняться поэзией. А музыка в процессе пришла сама. Есть у меня тематика лирические песни, есть некоторые, вот, но в основном у меня на гражданскую тематику. Потому что в последнее время вот это все, то, что происходит, как бы оно, естественно, меня волнует. Вот, когда ты знаешь, что было вообще, как это все, то, конечно, есть определенная тревога за то, чем это все закончится, и вообще, что нас ждет и наших детей, и наших внуков. Любовь к России, ее прошлому и настоящему в его квартире прослеживается даже в мелочах. Сегодня бывшего учителя истории по-настоящему волнует то, как воспринимает подрастающее поколение сложившуюся реальность. Детям надо вот очень подробно все это рассказывать, начиная с тех времен, когда у нас складывались непростые отношения там, с Западом. Вот каким образом образовалась Украина, к чему это все шло. По сути дела, это исконная наша земля. Мы никуда не вторгались, мы просто возвращаем эту землю назад. Осиное гнездо за океаном. О своем творчестве Виктор отзывается достаточно скромно. Он не считает себя профессионалом и очень хочет расти дальше. Например, в планах на ближайшее будущее освоить фортепиано. Поэтому, размещая песню в сети, Виктор даже не ожидал, что получит такой отклик. Мне очень приятно, что все-таки людям это нравится и что, ну, не зря. Какой-то маленький вклад я внес в дело нашей победы. А победа будет, я в этом не сомневаюсь. Пускай враги своей победой грезят, пусть вся Европа двинется на нас. Но им за Сталинград реванш не светит, так было и так будет в этот раз. Но им за Сталинград реванш не светит, так было и так будет в этот раз. Екатерина Пешкова, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье».